прожил в посольстве Эквадора 7 лет. В Лондоне арестовали основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщают источники, в Великобритании был арестован Джулиан Ассанж. Джулиан Ассанж больше всего известный в качестве основателя ресурса WikiLeaks, где публикуется разного рода секретная информация. Интересно то, что арест фактически был произведен на территории посольства Эквадора после того, как правительство данной страны отозвало право на убежище. Причем в посольстве Ассанж жил еще с июня 2012 года. Сейчас Ассанж находится в центральном полицейском участке Лондона, где пробудет до суда. twitter.com/barnabinarbarka/11162597952518898888 Изначально основатель WikiLeaks попросил убежище в посольстве Эквадора в связи с выдачей Швеции международного ордера на его арест по обвинению в сексуальном насилии. Правда, за прошедшие годы почти все обвинения были сняты по причине истечения срока давности.